Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня я вам представляю ручку Parker. Модель, сложно сказать, ну, скажем так, 258-я, которая написана, указана у производителя. Ну, я что-то сомневаюсь. Да, Parker, конечно, это Parker китайский, который я получил с Алиэкспресса. Первый раз я заказал ручку Parker. Для сравнения, для того, чтобы можно было ее как-то представить вам. Что из себя представляет эта ручка? Цена у нее 243 рубля на момент покупки. Шла она порядка 20-21 дня. Вес ее 10,4 грамма. Длина 129 мм, диаметр 9,9, почти 10 мм. Толщина пера 0,5 мм, как пишет нам производитель. Колпачок у нее пластиковый. Клипса жесткая и стандартная, собственно, которая присуща Паркеру. Надпись Parker, фирменный знак. И на обратной стороне написано «Франция», чему мы, конечно, верим. Далее, грип-секция металлическая. Перо вот такое вот, своеобразное. На ней тоже написано «Parker». Я, конечно, был грешен, я ее уже заправил здесь. Конвертер у нее стандартный, но можно ставить... Вы же понимаете, обычные. Причем, судя по диаметру вот отверстия, сюда станет, все-таки станет от Паркера. Я был нетерпелив, потому что Паркер получил первый раз и заправил ее чернилами. Не буду вас утруждать этой процедурой, поэтому сразу примемся за испытание этой ручки. Собственно, корпус пластик и наконечник такой вот металл, очень удобно для того, чтобы ставить вот эту крышечку. Оп. Так, традиционно в этой серии Александр Сергеевич Пушкин.
прекрасные стихи Александра Сергеевича Пушкина, отрывок стихотворения «Признание». Что хочу сказать про ручку Паркер. Впечатление просто отличное. Несмотря на то, что это явная китайская, ну скажем так, копия, видимо, они схватили какую-то технологию, потому что перо пишет просто. Вот на данный момент это, ну, скажем, одно из лучших перьев, которыми я писал. Несмотря на его такой неказистый внешний вид, пишет оно прекрасно. Может быть, немного толстовато, но это опять же на любителя. Мне просто вот рука пишется, прямо летит по строчкам. Единственный недостаток, для меня недостаток, это то, что она достаточно легкая. Плюс ее то, что она не высыхает практически, вот сколько я ей писал. Потом в картридже находится такой шарик, вы не знаю, сейчас увидите его, нет, вот видите, он уже в чернилах такой, он очень тяжелый. Прям явно он слышен в этой ручке. Поэтому я рекомендую, надо, наверное, купить оригинал, скажем, фирменную такую ручку, для того, чтобы сравнить ее с китайской копией. Не знаю, посоветуйте мне, как. Они все дорогие, конечно, заразы, по сравнению с китайскими копиями, но если есть мысли, давайте подумаем, как мне ее купить. Да нет, просто не хочется тратить большие деньги. Ну ладно, я подумаю над этим вопросом. На этом мой обзор ручки Паркер заканчивается. Ссылки все под видео. Задавайте вопросы, спрашивайте. Будем отвечать на них. С удовольствием читаю ваши комментарии. Спасибо моим подписчикам. На этом все. До новых встреч.